Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в этом замечательном клубе Алексея Козлова. Сегодня для вас выступает группа Лабербенд, Евгений Ревнюк, то есть я. И очень известные музыканты московские, которых я объявлю позже. Программа будет посвящена такому джазу с более коммерческой стороны, чем с традиционной. И первая композиция была, называлась «Интродукция». Сейчас прозвучит тема под названием «Килиманджаро». Thank you.
Это была пьеса «Килиманджаро». Следующие 4 пьесы будут называться. Кстати, имеются в продаже альбомы, которые олицетворяют наше творчество. Так что не забывайте. Интересуйтесь этой музыкой. Может быть, кто-то из вас приобретет альбомы, которые в зале. Ну, сейчас прозвучит пьеса «Посвящение». Называется «В открытом океане». И я ее посвятил группе Repentance, которая была основана в 1985 году. Thank you.
посвящение группе Repentance was in Open Ocean. Еще в первом отделении вас ждет сюрприз. А сейчас прозвучит легкий экстрим. Может быть, он покажется не таким легким, но мы постараемся, чтобы он был легким. Thank you.
Тот, кто смотрел афишу в интернете, тот, наверное, видел, что концерт посвящен не только музыке в стиле фьюжн, смут-джаз, а также нашего барабанщика сегодня день рождения. Так что это двойной концерт, двойной праздник. Поздравляем Федора с днем рождения. Ему с каждым годом становится все меньше и меньше лет. Теперь, если предыдущая композиция была посвящена группе Repentance, то следующая пьеса посвящается группе Yellow Jackets. Это все наши друзья из Америки. В последнее время недружественно нам в стране. Но музыканты здесь ни при чем. Называется пьеса «Тропинка к морю». Thank you.
Спасибо огромное, что вам нравится наше творчество. Не забывайте интересоваться нашими дисками. А сейчас обещанный сюрприз. На сцену выйдет молодая певица, но уже не раз выступавшая в этом знаменитом клубе. Споет она лирическую песню, сама знает. Ирина Николаева, встречайте. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Поздравляю вас со всеми майскими праздниками. На нашем концерте, на наших концертах точнее, с каждым разом все больше и больше народу и зрителей, которые тепло встречают очень. Я думаю, что вы тоже, я слышала за кулисами, как вы хлопали, аплодировали. Таким замечательным музыкантам, надеюсь, я тоже заслужу такие же аплодисменты. Спасибо. To you, I feel that they all true.
Ирина Николаева, еще раз поаплодируйте. Замечательно. И спешл гест был у нас Роман Иванов на флюгельгорне, который еще во втором отделении нас порадует. Ирина во втором отделении тоже порадует вас, так что вы дождитесь ее выхода, пожалуйста. И в конце хотел бы представить музыкантов. Как я уже говорил, именинник сегодняшнего концерта, герой нашего времени, Федор Андреев, барабанный. Вот артистичный басист, который все пластичные на сцене себя ведет, это артист, который не только играет на пятиструнном басу, но также играет на шестиструнном и четырехструнном. И поет. Алексей Заволокин. Замечательный музыкант, который играет на всех саксофонах. И на флейте, и на даже баритон-саксофоне. Но сегодня у нас два вида. Тенор и сопрано. Это всем известный музыкант в Москве, а также за ее пределами, Тимур Некрасов. На гитаре у нас сегодня замечательный музыкант, который в прошлом играл на скрипке. И сейчас он играет на гитаре. Я думаю, что он на скрипке тоже не забыл. Еще как пальцы бегают по грифу. Это музыкант-виртуоз Константин Кокорин. Я Евгений Ревнюк, лидер проекта Labor Band. Спасибо. В конце первого отделения прозвучит зажигательная, экспрессивная композиция. «Три лепестка». Посвящается всем праздникам майским, а также окончанию весны. То есть как бы начало и продолжение. Thank you.
Сейчас небольшой перерыв, 10 минут. Обязательно дождитесь нашего второго отделения.